Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S9. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, открываем настройки. После этого проходим в раздел «Уведомления». Здесь мы выбираем строка «Состояние» и видим «Показать процент зарядки». Ставим галочку и видим процент зарядки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.